Ребятки, привет! 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 Привет, привет, привет! Смотрите, кто тут у меня ходит. Идите сюда. Идите сюда. Тут солнышко. Идите сюда. Идите сюда скорее. Скорее. У нас уборка у котов идет. Сейчас пойду пол мыть. Сын попылесосил. Ну, пылесосит. А я буду пол мыть. Кто такие маленькие, а? Игрушки-погремушки наши, а? Здравствуйте. 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 О, ребята, кусючие какие. Боже мой, какие они кусючие. Это вообще капец. Ой, что они творят? Они ноги выгрызают просто. Невозможно. Невозможно без носков ходить. Так, а где еще один? Где-то еще один. А, вот оно. Стоит, пискает. Писает, стоит. Вот так вот. Пописала? Да, я пописала. Молодец. Молодец ты. Пописала. Ты молодец. Привет, привет. Я еще их не поназывала. Они у меня без имени, в общем. Потому что я не знаю, как их назвать. Они еще себя как бы не проявили, не показали, знаете, чтобы дать им имя. Эти мои сладкие, а эти мои кусючие, а кусючие, а зубы острые. Зубы такие острые, капец. Такие же острючие зубы. Ой, какие иголочки, да, иголочки. Да, 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 иди сюда, ай, 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 ой. Вот, вот, пацан такой, пацан. Такой маленький, маленький, легенький пацан такой. А он еще одно, видите, ходит. Ой, Люська пробежала. Тут все, все в сборе. Там понаписывали, там понаписывали. Вот как не мыть двор. Каждый день моем, ребятки, каждый день моем двор. Каждый день. Кроме того, что забираешь, кроме того, что постоянно... Заметаю, постоянно убираю, еще плюс моем, потому что, ну куда? Надо постоянно убирать. Ника, все, давай, 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 я их уже гоняю от нее. Так, все, нет, 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 нет. Вампиры, просмактуются вони. Нет. Куда? Вы что? Нет. У нас дождик моросил, такой небольшой дождик был. Ну так, чуть-чуть, знаете. Прошел буквально, там, я не знаю, ну, 3 капли упало он с неба, видите. Небо сейчас, ну такое оно, тяжелое небо, нету. И солнышко вроде бы немного светит. Гляньте, ребятки, как у меня будет цвести роза. Хотела показать вам. Гляньте, вся, вся залита, вся как зацветет. Будет красота вообще неописуемая. Единственное, что надо опять потравить. Потравила, оно дождь пошел. И оно, видите, он сидят, монстры. Вон, видите. Я не знаю, живые или мертвые, но сидят, гады. И вот там их у меня, ребята, 3 штуки вот так в ряд идет под домом. Оно все как зацветет. Будет как водопад с роз. Я вам потом обязательно видео сниму, покажу. Так, кто тут? Так, тут у нас цветочек нормально прижился. Тут не знаю, что там такие думает, расти ему или не расти, что-то не знаю. Но удобряю, удобряю постоянно. Постоянно что-то делаю. Так. Девчонки сидят. Тазик с белью я вешала. Вот тут, видите, все живое, нормально. Вот, гляньте. Вот вам, пожалуйста. Перезимовали в подвале. Вот, вынесла. И он даже, вот, гляньте, уже прям и расцвело даже, видите. Купила, короче, новый горшок такой огромный. Мама дала прикольные цветы моя. Короче, вырастают такие большие листья и зацветают красные каллы. Вот красного цвета каллы. Я не знаю, как она называется. Когда расцветет, Маринка, я думаю, ты мне скажешь название этого цветочка. Вот. Тут девочка, у меня есть такая огородница-любительница цветов.
понимает в них. Ну, тут такое, видите, еще оно такое, не совсем все нормально. Ну, вот. Ну, видите, дело будет. Вот, утыкнуло в землю. И оно без корней, без ничего, он в земле сидит себе, не вянет ничего. Значит, приживается. Уже второй месяц пошел, видите, все нормально. Это канны, вьющиеся. Калачик только вьется. Вот. Будет дело тоже. Это у нас детский садик, игрушки. Малышня лежит, балдеет. Сейчас покажу вам, ребята, что у нас там на огороде. Гляньте. Клиент сидит на пороге. В кошачьей комнате клиент сидит. Так. Сейчас покажу вам свой огородик. Так, ну у меня тут еще такое, оно ничего еще не выросло. Ну, что есть? Покажу, что есть. Так. Главное закрыть фирточку, потому что собачата будут на огороде. Щенки пойдут на огород. Так. Вспомнила, что называется вот это. Это гортензия. Муж мне подарил две штуки на день рождения. Разного цвета. Белая и какая-то розовая. Вот. Посадила ее здесь. Хочу, чтобы здесь такой кустик вырос красивый. Ну, тут я втыкнула чернобрывчики. Пускай зацветают. Мне они нравятся. Вот это тоже надо по травицам шить. Натянули сетку под огурцы. Огурцы еще не вылезли. Еще сидят, короче. Не знаю. Но насеяла нормально. Много насеяла. Должны быть. Так. Яблочки не знаю, будут, не будут. Вяжутся. Первый раз яблонька зацвела в этом году. Грушки вяжутся, видите? Вот. Груши будут. Так, ребята, вот помидоры мои. Помидоры. Посадила я один рядок, второй рядок, третий, четвертый. Там огурцы. Так, там... За помидорами вот это все здесь, ну, такое длинное, вот видите, полоска такая длинная. Это у меня тут зеленуха разная должна быть. Так, еще купили, короче, мы два винограда хороших. Американские сорта называются Юпитер. Не боятся морозов. Вот. Вот один. Видите, в ямке посадили. Вон. Такая ямка глубокая. Вон второй. Вот. Вот у меня виноград дамские пальчики. Надо потравить обязательно. Вот. Так, моя беседочка. Вот видите, такая большая у нас беседка. Ну, на 15 человек. 4 метра длиной стол. Была скрыта лаком. Я в этом году мыла. Думаю, че скрыть лаком, че не надо. Она же облущивается. Хоть корабельным лаком скрывали, все равно облущивается. Ну, у нас когда гости, я стелю скатерть. Вот. Ну, две штуки у меня тут ложатся как раз в скатерти. Вот. Сюда подушки ложим. У нас подушки есть специально на эти лавочки. Вот. Вот у мужа день рождения будет 27 мая. Вот. Если будет хорошая погода, думаем здесь посидеть. Вот. Так. У меня клематис подвязали. Сюда полностью его срезали. Ну, как от земли вот так осталось. И вот это вот новое пошло. Я его на сеточку натянула. Потому что у меня тут вот такое выросло. Ребята, зелень есть, цветов нету. Короче, мы его срезали полностью. Не знаю, будет цвести, не будет. Но пока так. Вот. Ну, это самшиты. Вот можжевельник. Ой, этот... А, ну да, правильно, можжевельник. Он, бачите, какие? 4 метра, по-моему, высотой. Туйка. Такое. Там сливная яма. Это не туалет. Сливная яма в углу. Ну, раньше так делали, чтобы была сливная яма. Вот. Так что, ребяточки, вот такой у Юли огородик. Маленький, конечно. Сейчас я вам еще в хоздворе покажу. Там у меня тоже красивенько уже. Все хорошо. Сейчас возле двора пойдем покажу вам. Небольшое видео сняла вам. Вот. Так. Бачите, ягодки вяжутся. Дело будет. Дело будет. Вот. Это смородинка черная. Один кустик, и он второй кустик. Было много. Попропадали. В общем, много попропадало. Так, ну что? Сейчас пойдем покажу вам еще.
Это моя банда тут ходит. Моя банда, наши голуби летают. Сейчас, ребята, я хочу вам на улицу выйду, покажу вам, что у меня там на улице. Уже порасцветали, у меня там цветочки, уже красиво. Так, на улицу не ходим. О, ребята, будет трансляция, я вам такое расскажу. Вы будете в шоке, что у меня произошло. Вы будете просто в шоке. Сейчас рассказывать не буду. Долго рассказывать. Так, смотрите, какая у меня тут красотень расцвела. Видите? О. Здрасте! Видите? Какая красота. Порасцветали ирисы. Ну, единственное, что быстро, очень они быстро отходят. Вот это они меня немножко этим раздражают, потому что ненадолго это все. Буквально подцвели и все, и нету. Но зато красиво. Зато красиво. Нарядненько смотрится это все. Потом, сейчас вам покажу дальше. Роза огромная, желтая будет. Вот. Вот такие колокольчики. Тоже ирис. Красивые эти роза. Вот эта роза одна. Роза вторая. Роза третья. Вот эта шикарная роза. Покажу потом, зацветет. Покажу вам, какой цвет. Очень красивая. Вот. Хризантемки. Хризантемки. Самшит муж посадил. Ну, не буду. Дело не. Не. Дело не буду. Цвин повсовывал так его в землю. Знаете, пообрезал. Но оно дело не будет абсолютно. Не. Не будет. Вот этот красивый, гляньте, какой по цвету. Вообще, да? Красотень. Тоже роза. Вот красная, большая. А вот видите, у меня получается вот полусадник. И вот видите, решетка. И получается один пролет, второй, третий. Вот это все будет в розах полностью. Вот это все роза. Вот. Красота будет. Зацветет, когда... Это тоже у меня такой сиреневый красивый зацветет. Тут был этот большой... Здрасте! Тут был большой у меня хрен. Муж хотел выкопать хрена, чтобы я натерла. Ну, сделать, знаете, как это... Соус с хрена. И, в общем, все. Нема хрена. Был тут хрен огромный. Нету. Цепапоротники. Надо мне их трошки поудалять, потому что сильно их много здесь. Они заросли. Ну, короче, сильно зарастает все. Вот, еще вот эта новая роза будет розовая, очень красивая, зацветет в этом году. Вот, ну и вот это все мое до конца, вот это серого железного, вот это мое. Вот, уже видите, подцветали, надо вот это все дело обламывать, вот это обрывать, вот, выкидывать. И останется только вот эта зелень, считай. Вот, вот это красивое тоже, смотрите, какие красота, да, беленькие. Вот. Вот это тоже мои сережечки такие висят, весенние цветочки. Вот, смотрите. Красота, да? Ну, тоже соседская у меня. Видите, там идут ирисы дальше. То соседские уже. Вот. Вот такая, ребята, у меня клумба. А тут посадила, вон, видите, эти, вот, как они, чернобрывчики тоже. Я их очень люблю. Они осенью цветут, очень красиво будут. Вот это, гляньте, какой красавчик расцвел, гляньте. Какая красота, да, природа создала вообще. Просто сказочно. Сказочный цветок. Ну, будут зацветать розы, я вам потом покажу еще. Очень красиво будет. Возле двора все зацветет и будет красотень. Вот так вот, ребята, вот такая у меня клумба. Вон роза, гляньте, какая шикарнейшая. Только думаю, что надо, наверное, травить опять. У меня красная она. Короче, я покупала красную, желтую, вот, и белую. В общем, короче, все красное. Ну, обманули, в общем. Все красное. Нету ни белой, ни желтой. Все только красное. Ой. Скоро расцветут, в общем. Будет водопад с роз. Я вам потом покажу. Вот.
Ну, в общем, вот так вот. А еще у меня тут, видите, вот такие эти пионы будут. Вот такие вот красивенные китайские рисы. Называются китайские рисы, они маленькие. Вот я вам покажу, какие они по размеру. Видите, какие небольшие. Но тоже как и рис. Очень красивые. Можно букет красивый сделать с них. Вот. Это у меня всегда на последний звонок. Сын когда учился, и на последний звонок я их срезала, наверное, штук 50. И формировала такой большой букет с папоротника. И вот эти в середине, вот эти вот цветочки. И он относил на последний звонок всегда. Ну, они у меня очень давно растут. Очень красивые они, конечно. Это они такие, видите, у них получается листики. Листики вот просто как травка. Вот такая длинная. А сам цветочек вот такой. Вот видите. Вот этот отцветет, второй зацветет. Их они как по два. Вот один отцветает, второй зацветает. Ну, такое красивенькое, в общем. Но ненадолго. Красиво, но недолго. Вот. Ну, в общем, вот так вот, ребятки. Такая у меня клумба. Вот здесь тоже, вон, видите. Красивенький такой. Мне по пояс. Вот эти надо папоротники мне. Трошки их этот поискоренять, потому что их сильно много у меня тут. Прям очень много, но мне не надо сколько. Ладно, пойдем сейчас в хоздвор покажу вам. Тут под фирточкой разведчики. Я вам показываю на улице, что там у меня растет. Они тут под фирточкой мордочки повысовывали свои. Так, закрыла, закрыла. Все закрыла. Так, идем, идем. Господи, прохода нема. За ноги цепляются, за штаны цепляются. Это капец. Шланг он грызут. Страшнее. Страшнее. Вот все такие собаки у меня. Они любимые. Такие же мои собаки. Обожаю их. Никуха стоит в сторонке. А эти пальцы отгрызают. Страшнее просто. Страшнее. Ой, я вот эту собаку хочу себе оставить. Дуже хочу. Вот эту девку. Дуже хочу эту девку, ребята. Блин, она такая вообще крутая. Она такая вообще мохнатая. Классная. Вторая тоже хорошая. Вторая даже мельче по размеру, чем эта. Вот, я думаю, такая мини-стандартик будет. Короче, доедают ногу мне. Доедают ногу. Не-не-не, стопы. Больно. Без носков нельзя выходить, короче, потому что ноги съедят. Вот, в общем. Глянь-то. Коморда. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Такая густючая, вообще классная. В общем, подумаю. Еще думаю насчет нее. Думаю. Они все красивые, конечно. Все классные, но... Да. Здравствуйте. Да. Мои. Все мои куси. Ай, все. Хватит, больно. Так, бесчадные. Вот вечно одно где-то прячется. Вот такой вот характер, знаете, не очень. Вечно где-то прячется. Все время ищем. Так, ребятки, ну сейчас покажу вам еще в хоздворе, что у меня там происходит. Так, ребята, мой хоздвор. Так. Так, у меня тут черешня. Вот это наша черешня огроменная. Ой, просто гигантская. А тут у меня так лилии, самшиты, вот, розы, много роз. Ну, они еще не сильно так вытыкнулись, но роз много будет. Вот так. Ой, ребятки. Это же у нас окно выходит, получается, с комнаты, там, где котики наши. Это муж сделал такую москитку сюда с решеткой, поняли, вставляем на день. Вот, а с обратной стороны получается, ну, такая сеточка, вот. Это вставляем вот сюда, и свежий воздух. Просто у нас москитка есть, не подумайте, то есть окно бронированное, оно дорогущее, мы заказывали, и москитка сюда есть. Вот, но коты полезут, они его раздерут сразу. То есть они прыгают и лазят по вот этой сетке. Так что муж, видите, какой сделал такую штуку, и он вставляет в это окно, и все, оно мертво. А потом вечером вынимаем. Ну все, вот это ж вольер у нас. Ой.
Так, это же у нас вольер получается. Кошки оттуда выходят. Это их не вольер. Так, погулять, знаете, выйти, подышать свежим воздухом. Вот, ну, а здесь все остальное у нас. Тоже купили виноград, о, туда посадили. Он как раз Юля там сейчас ходит, вот, там, где виноградик всунули. Там другой сорт, не Юпитер такой какой-то тоже для нашей местности. То, что у нас примется, по крайней мере. Вот тут розы, это мне на день рождения муж дарил, посадили. Тоже он, видите, как она называется, гортензия, вон кустик, вон. Это ж два кустика мне муж подарил. Не знаю, может сейчас густо насажено, если будет сильно разрастаться, я пересажу. Вот, ну вот так вот. Вот у меня тут, гляньте, сколько колокольчиков вот таких вот. Пчелы жужжат. Пчелы жужжат, ребята, весна. Вот так вот. Вот так. Работают ребята. И будет потом медок, да? Тут у нас вот это же Star Crimson яблонька. Я сажала года, наверное, 4 назад. Но она так хорошо сейчас вот поперла. И даже она цвела. И вот даже вяжутся яблочки. Так что будут яблоки, посмотрим. Если они, конечно, не попадают, то яблочки, может быть, хоть одно завяжется, так посмотрим потом, будут, не будут яблоки. Это, ребятки, у нас эти бочки с зерном, у нас же голуби, вот это зерно стоит в бочках. Так, ну что, вот такой у меня вот здесь вот хоздвор. Здесь чужие люди вообще не бывают, это не проходной двор, то есть это у нас получается внутренний дворик такой, знаете, как бы. Это вот кошачья комната, ванна моя выходит. Вот это переход выходит, окно. Вон второе окно получается. Это все переход у меня вот в дом. Вот. И эти окна с передней и с сына комнаты. Вот сюда выходят как раз. Вот. Ну вот так вот, в общем. Я вам показала. В общем, ну на клумбах у меня на огороде уже порядок полный. Все. Все сделала. Единственное, что еще раз надо все травить, потому что прошел дождик, и я думаю, что он смыл всю отраву. Вот, так что буду опять травить и розы, и все. Все опять буду травить, короче. Ну вот, дорогие мои. Вот такие мои огородные дела. Кому понравилось, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Будет еще очень-очень много хороших, классных, веселых видео. Все. Всем, друзья, пока.